Петроросом. В том году уже он показался хорошо на Украине, был лидером по урожайности. В действительности томата на нем очень много. Заваленный помидор. Чем он нам понравился? Да? Это среднего размера сливка. 80-100 грамм. Посмотрите. Абсолютно, да, то есть есть вот как семенная камера, но да, так получилось, как разрезали. Сейчас я вот так его разрежу. Видите, да? Жидкости мало. Томат сухой. Очень транспортабельный. Можно разрезать так его продоль, если хотите. Вот, видите? Очень толстая стенка. Очень транспортабельный помидор. Тут он 80-100 грамм. На Украине занял первое место по урожайности. Но мы не решили не повторять. То есть опыт такой, да, то есть, потому что он уже в действительности помидор себя показал. Мы хотим показать, что в наших условиях он получается шикарный. Хороший баночный вариант. Хорошо идет под банку, да. Под банку где-то от литра и больше.